Здравствуйте! Вы смотрите программу «Здоровье». В нашей студии собрались лучшие эксперты и люди, не безразличные к своему здоровью, которые хотят всегда оставаться красивыми и молодыми. Хорошо быть молодым. Ходишь, летаешь, горя не знаешь. Но рано или поздно что-то дослучается. То нога заболит, то не вмещается в туфли. Все почему? Отекает. Дарья, скажите, вот у вас такое случалось? Конечно, в связи с моей профессиональной деятельностью, так получается, что ноги устают у меня очень часто. Но я так подозреваю, что это не только из-за этого. Дарья, ну я знаю, что вы чемпион мира по парикмахерскому искусству, и не только мира, еще и Европы. Есть такое. Поэтому, вы знаете, вот, скорее всего, то, что у вас ноги отекают, это ваш просто фактор риска, да? То есть вы находитесь действительно в факторе риска, потому что ваша работа, скорее всего, связана в постоянном вертикальном положении тела, правильно? Конечно, это так. Я на самом деле очень часто, и не то, что часто, я постоянно нахожусь на ногах, но я занимаюсь спортом, поэтому это позволяет мне держать себя в форме, и даже часто, выступая на чемпионатах, я выступаю на каблуках. И практически каждый день после работы я стараюсь как-то бороться с этой усталостью. Но у меня очень много разных кремов, есть специальные мази. Особенно я очень люблю ментоловые масла, которые вот они помогают мне лучше всех. Дарья, а вы уверены, что вот мази способны решить эту проблему? Нет, конечно. Мне кажется, что все хорошо в комплексе. Но, по крайней мере, первые признаки усталости они снимают. Ну и мне кажется, очень важно всегда это физическая культура. Именно поэтому сегодня в нашей студии находится замечательный наш эксперт Алла Ломака. Вот именно она сегодня вам подскажет, какие физические упражнения помогут предотвратить развитие того самого синдрома уставших ног. Хлеб, соль и вода – молодецкая еда, так говорят в народе. Но в последнее время соль пытаются очернить. Говорят, что она белая смерть. Юлия, вы тоже так считаете? Ну, говорят, что от соли много проблем. Отеки, лишний вес. Вы сегодня вместе с нашим экспертом по питанию детально изучите эту проблему и в конце нашей программы вынесете свое личное мнение. Соль полезна или все-таки не очень? И в каком количестве мы должны кушать соль каждый день? Вы согласны? Конечно, очень интересно. А я открою историю болезни, которая безжалостно забирает жизнь. Карьера Элизабет Тейлор стала одной из самых продолжительных и самых блистательных в истории кино. Она получила 2 премии «Оскар» и была известна своей благотворительной деятельностью по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Помогая другим, актриса сама страдала от ряда болезней. Ей была удалена доброкачественная опухоль головного мозга. Она 4 раза ломала позвоночник, после чего была прикована к инвалидному креслу. Но больше всего пострадало ее сердце. Несмотря на все усилия врачей по спасению королевы Голливуда, время ее жизни таяло с каждым днем. Обворожительная женщина и легендарная актриса Элизабет Тейлор скончалась от сердечной недостаточности. Ей было 79 лет. Каждому известно словосочетание «сердечная недостаточность». Но не все знают, что этот диагноз обозначает. Это состояние, когда сердце не выполняет свои функции. Например, если у вас сломался двигатель в автомобиле, неужели вы отправитесь в длительное путешествие? Наверное, вряд ли. Так вот и мы, люди, почему-то обращаемся за медицинской помощью тогда, когда уже очень-очень поздно. И сейчас мы узнаем, когда обратил внимание на свое сердце наш гость. Сергей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что с вами произошло и когда вы действительно впервые обратили внимание на свое сердце? Ну, впервые я обратил внимание в 2000 году. Попал в больницу скорой помощи, диагноз стенокардия и мерцательная аритмия. Вот первый диагноз у меня был. А вот до этого вы, наверное, как среднестатистический мужчина, вообще даже не хотели смотреть в сторону болезни. Правильно? Совершенно кольнуло, верно. Неважно, отдышка, совершенно неважно, где-то что-то болит или устал, тоже неважно, отдохнул и пошел дальше заниматься своими делами. Ночью невозможно было спать лежа, все сидя в кресле или так. И в 2009 году я попал в РМЦ. Заключили диагноз, что сразу замена клапанов. Но в конце концов пришли к выводу, что клапанами менять не имеет никакого смысла. Значит, надо встать на очередь и замена сердца. Ну и вот это тоже проблема. Но проблема наши врачи решили. Они сделали мне операцию,
и сделали обход левого желудочка. То есть они продлили мне жизнь. Сделали, конечно, она не стала такой, как у здорового человека, но по сравнению с тем, что у меня было, это стало намного лучше. Вы знаете, Сергей Петрович, мне кажется, самое время пригласить в нашу студию заведующую лабораторией хронической сердечной недостаточности Республиканского научно-практического центра кардиологии, кандидата медицинских наук Курлянскую Елену Константиновну. Встречаем! Елена Константиновна, здравствуйте! В очередной раз я рад вас видеть в добром здравии. Присаживайтесь. В каком состоянии к вам пришел Сергей Петрович? Изначально, когда пришел Сергей Петрович, это уже было в 2011 году, уже тогда у него была хроническая сердечная недостаточность. Уже было очень большое сердце, это сердце очень плохо качало. Но, как вы сказали, что сердце – это наш двигатель, и этот двигатель практически уже не работал. Если говорить таким народным языком, то можно сказать, что коэффициент полезного двигателя, действие этого двигателя был приблизительно 19-20%, 23%. Мы очень долго стабилизировали состояние, его достаточно еще несколько лет наблюдали, пытались улучшить функцию этого двигателя. И вот до 2015 года он находился на медикаментозной поддержке. Я предлагаю сейчас посмотреть, что же такое сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сократительная способность сердечной мышцы миокарда становится слабой. По этой причине сердце начинает хуже перекачивать кровь по сосудам, и весь организм не получает питания и кислорода в полном объеме. Когда нарушается циркуляция крови, образуется застой. Но к сердечной недостаточности может привести ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и пороки сердца, а также заболевания легких. То есть, если человек не лечит артериальную гипертензию, правильно, если он курит, если у него есть сопутствующие заболевания, такие как метаболический синдром, сахарный диабет, то все это прямая дорога к поражению миокарда. Да, происходит, как вы уже сказали, вот воздействие этих факторов риска на организм человека. И, к сожалению, если врачи рекомендуют пациенту применять лигуриально препараты, если советуют ему соблюдать режим дня, и пациент, в принципе, этого не делает, то в конечном итоге могут наступить достаточно тяжелые последствия для организма. Но даже у пациентов, которые все соблюдают, к несчастью, происходит такая ситуация, когда развивается уже терминальная сердечная недостаточность. Самые тяжелые ее стадии, как и развились у Сергея Петровича. А вот многие люди, наверное, недооценивают всей серьезности диагноза сердечная недостаточность. И вот думают, что сердечная недостаточность – это болезнь только сердца. Это так? При сердечной недостаточности первично, конечно, поражается сердце. Но в результате того, что сердце не может должным образом перекачать нужный объем крови, конечно, страдают все функции организма, все органы. Поэтому уже на конечных стадиях сердечной недостаточности, как было и у нашего пациента, это были тяжелые отеки, это была задержка жидкости в организме, такая как скопление жидкости в брюшной полости и в легких скопление жидкости в полости сердца. И самый частый вопрос, который мы задаем нашим пациентам, это уже на конечных стадиях сердечной недостаточности, это как вы спите. Если пациент говорит, что он спит сидя, или он может нам рассказать, что он подкладывает одну, две, три подушки, он не может занять горизонтальное положение, то это уже свидетельствует о том, что это уже достаточно тяжелая стадия сердечной недостаточности, которой нужно принимать серьезные уже меры лечения. А я хочу еще раз подчеркнуть главные симптомы, которые могут указать на тяжелую хроническую сердечную недостаточность. Первое – отдышка. Второе – отеки. Третье – скопление жидкости в полостях сердца, в легких или в брюшной полости. Другим языком называется асцит. И четвертое – невозможность спать в горизонтальном положении. Если вы заметили эти симптомы у ваших близких, немедленно обратитесь к специалистам. Елена Константиновна, а вот скажите, существует еще понятие как острая хроническая сердечная недостаточность. Это как? В процессе жизни у пациента, у которого есть хроническая сердечная недостаточность, к сожалению, иногда происходит обострение заболевания, как любого другого заболевания. Они и являются острой сердечной недостаточностью чаще всего. И в
с каждым годом количество таких обострений бывает все больше и больше, к сожалению, как и случилось у нашего пациента. И уже медикаментозно, к сожалению, или какими-то другими способами мы уже пациенту помочь не можем. И когда мы не в состоянии уже справиться только медикаментозно, мы тогда и обращаемся к нашим коллегам-кардиохирургам, которые могут помочь ему, уже имплантировав какую-либо систему или сделав пересадку сердца. И мне кажется, сейчас самое время пригласить в нашу студию заведующую отделением экстракорпорального кровообращения Республиканского научно-практического центра кардиологии, доктора медицинских наук Лиану Геннадьевну Шестакову. Здравствуйте, здравствуйте, Лиана Геннадьевна. Я знаю, что в ваших женских и хрупких руках находится жизнь человека. А, Лиана Геннадьевна, расскажите нам, пожалуйста, какими современными технологиями сегодня обладает белорусская кардиохирургия, в частности, Республиканский научно-практический центр кардиологии? Ну, сегодня яркий пример тому, вот такая одна из технологий, обход левого желудочка, имплантируемая система, которая, по сути, спасает жизнь пациентов. И может применяться она в нескольких вариантах. Вариант как мост к трансплантации сердца, если больной находится в критическом состоянии, если не поддается медикаментозному лечению, и счет идет на дни, часы, максимум недели, а донорского сердца нет. И для того, чтобы сохранить жизнь пациента до пересадки, используется имплантируемая система обхода левого желудочка. Второй вариант – это мост к включению в лист ожидания пересадки сердца, потому что к нам, к сожалению, приходят пациенты в крайне декомпенсированном состоянии, когда не работают другие органы, как уже говорила Елена Константиновна, нарушена функция почек, печени, и неизвестно, обратимы ли эти явления. Операцию по пересадке сердца в таком состоянии пациенты не могут перенести. Для того, чтобы обеспечить такую операцию, надо, во-первых, дожить, во-вторых, восстановить функцию всех органов и систем. В таком случае тоже подключается обход желудочка, и пациент в течение месяцев, а то и лет, нормализует функцию всех органов и системы, и затем его включают в лист ожидания пересадки сердца. Как много таких пациентов у нас в Беларуси? У нас 19 пациентов, которым была успешно выполнена трансплантация сердца после функционирования обходов желудочков. Причем длительность обходов желудочков составляла от 100 до 556 дней. Кроме того, у нас сейчас 7 пациентов живут с обходами левого желудочка, наблюдаются. Двое из них вот выбрали для себя вариант альтернативы трансплантации сердца. У двоих мы ждем обратного развития симптомов полиорганной недостаточности и легочной гипертензии для того, чтобы включить в лист ожидания пересадки сердца. И двое пациентов уже находятся в листе ожидания, и у них как мост к пересадке сердца. И сейчас у нас есть с вами такая уникальная возможность посмотреть, как же проходят такие высокотехнологичные операции в стенах Республиканского научно-практического центра «Кардиология». Уникальные операции проводят уникальные люди. Вот и эта операция из ряда особенных. Она как многоточие в истории болезни сердечная недостаточность. Когда сердце перестает выполнять свою насосную функцию, у пациента на операционном столе именно такое больное сердце, в котором не работает левый желудочек. Трансплантация в этом случае слишком рискованная, и врачи приняли решение об установке механической системы, которая временно будет выполнять работу сердца. Здесь два варианта есть. Либо использование поддержания для поддержки функции правого желудочка уже в посттрансплантационном периоде насосной системы какой-то, либо это будет веноартериальная ЭКМО, либо это правожелудочковый обход. Но легочная гипертензия даже после пересадки сердца снижается не очень быстро. На это надо время. Такие системы временной поддержки, они у нас рассчитаны на приблизительно месяц, может быть, полтора на два. И нет гарантии того, что даже на фоне после пересадки сердца с поддержкой такой механической, что этого времени хватит для того, чтобы реализовалась легочная гипертензия. Поэтому риск операции такой очень высокий.
Второй вариант – это использование других насосных систем, систем левожелудочного обхода. Сегодня будет имплантирована именно такая система. Она представляет собой насос, который частично заменяет функцию сердца. Перед установкой устройства проверяют и задают необходимые настройки для его нелегкой и очень ответственной работы. Эти длительные системы вспомогательного кровообращения могут работать месяц, два, три, пять лет, столько, сколько надо. И действительно, если давление в легочной артерии будет снижаться, и мы будем видеть, что, возможно, довольно безопасная трансплантация сердца, ну, не раньше, чем через 3-6 месяцев, ему будет выполнена трансплантация сердца. Если этого не будет происходить, он будет жить с этим насосом. На протяжении всего времени устройство будет принимать кровь из левого желудочка и перекачивать ее к другим жизненно важным органам. Операция сложная, требует определенных специфических знаний, от правильной установки устройства до контроля за состоянием пациента. И пока операционная бригада выполняет свою часть работы, тут же работают специалисты УЗИ-диагностики. Мы видим сам левый желудочек, куда был имплантирован аппарат вспомогательного кровообращения, и смотрим, как поставлена канюля этого аппарата, чтобы она стояла правильно. Вот. Поэтому здесь мы видим ультразвуковое исследование сердца и вот сам этот аппаратик. Аппарат установлен, сердце запущено. Позади часы кропотливой работы, и сейчас врачи в ожидании. Как же будут уживаться вместе сердце пациента и его искусственный аналог? Обход левого желудочка выбрасывает 3,5 литра в минуту, сердце пациента примерно 2 литра в минуту. То есть жизнеспособность организма обеспечивается и собственным сердцем, и в большей степени обходом левого желудочка. Сейчас мы будем постепенно уменьшать поддержку искусственного кровообращения и будем переходить на самостоятельную работу сердца и обхода левого желудочка. Такие устройства вспомогательного кровообращения порой единственный шанс для человека. Симптомы сердечной недостаточности значительно уменьшатся, а качество жизни возрастет. Я так понимаю, что эти все системы настолько современны, настолько портативны, да? Сама система, сам мотор находится внутри тела. Из тела выходит только очень тонкий проводок, который обеспечивает управление этой системой. Вы видите вот на поясе сумка, где покажите, пожалуйста, совершенно небольшой легкий блок управления и две батареи. Это современные монолитиевые батареи, заряда которых хватает до 8 часов. Многие пациенты, кому вы сделали обход, уже отказываются от трансплантации и живет полноценной жизнью. Да, они в состоянии водить автомобиль, они могут возвращаться к активному труду, они ведут абсолютно полноценную жизнь, ходят на рыбалку, многочасовую рыбалку. Сергей Петрович, вы на рыбалку ходите? Многие пациенты благодаря нашим обходам желудочков увидели рождение внуков. Сергей Петрович, после того, как вам была проведена операция, вот вы почувствовали какой-то дискомфорт, может быть? Вот как вы сами сейчас себя ощущаете? Ну, и наоборот, я очень хорошо чувствовал по сравнению с тем, как у меня было это. У меня появилось, ну, жизненная сила какая-то. И как вот Лена Геннадьевна говорит, что и внуков увидел, и, ну, много еще чего хорошего и плохого тоже. Но это жизнь. Оно, все это мне помогло выжить в этой ситуации, где я бы, наверное, без этого прибора я бы не смог ничего сделать. Итак, кардиохирурги свое тонкое дело сделали. И дальше, я так понимаю, все равно кардиологи должны продолжать наблюдать. Естественно, человек должен продолжать лечиться, продолжать принимать все препараты, потому что заболевание как таковое, оно все равно существует. Мы научились компенсировать его. Это полностью компенсированный человек, но заболевание мы же вылечить не можем, поэтому пациент постоянно принимает медикаментозную терапию, которую ему рекомендуют кардиологи, и уже в отделении Лианы Геннадьевны наблюдаются за работой насоса. Что вы пожелаете нашим зрителям? Какие вот рекомендации от белорусских кардиологов сегодня они могут получить? Ну, я хотела бы пожелать, чтобы все наши жители, во-первых, были здоровы,
А если, не дай бог, что-то и случается, и развивается, допустим, сердечная недостаточность, чтобы пациенты вовремя обращались к специалистам и чтобы четко соблюдали рекомендации специалистов. Потому что те пациенты, которые привержены к лечению, то есть они соблюдают все рекомендации по образу жизни, обязательно по приему препаратов. Те пациенты, конечно, не декомпенсируются, вернее, у них не ухудшается вот состояние самочувствия, и они очень долго могут жить, принимая препараты, соблюдая образ жизни без каких-либо тяжелых операций, тяжелых вмешательств. Я пожелаю не доводить до встречи с хирургами. Это, в общем-то, уже конечная инстанция, когда приходится принимать какое-то решение, и такие настолько серьезные вмешательства в человеческий организм осуществлять. Но если все-таки это произошло, и если с хирургами встретились, то продолжать выполнять рекомендации все наши. Вести здоровый образ жизни и все-таки дружить с врачами. Что ж, огромное спасибо, Сергей Петрович. Я желаю вам крепкого здоровья. А вам, дорогие мои коллеги, я желаю громадных успехов. Будьте здоровы и низкий вам поклон. Не переключайтесь, потому что ровно через несколько минут мы с вами узнаем, как избавиться от синдрома уставших ног. Тяжесть у всех в ногах проявляется одинаково, но вот снимают ее все по-разному. Кстати, Дарья, как вы справляетесь с этой проблемой? Я стараюсь вести достаточно подвижный образ жизни и часто хожу в спортзал. Но если вдруг такое происходит и случается, то я стараюсь, конечно же, подбираю правильную обувь. Я очень люблю ментоловое масло. Оно помогает мне очень быстро снять усталость. У меня есть роликовый массажер, куда я наношу капельки этого масла, и у меня вот буквально мгновенно боль как-то утихает. Поэтому это для меня спасатель номер один. Сегодня в современной медицине очень много средств для снятия отеков ног. И одно из таких средств – это трехкомпонентная мазь. Дарья, а вот вы обратили, мне кажется, очень правильно внимание на вот такие кремы на основе ментола. Они обладают таким охлаждающим эффектом. И это очень важно, да? Потому что, наверное, вот когда вы намажетесь этим кремом, действительно приходит такая некая легкость, сосуды сужаются. А тем самым, если сосуды сужаются, значит, восстанавливается тонус. Легкий эффект, да, охлаждающий и пощипывающий. Таким образом, ты просто не чувствуешь никакой боли. Дарья, но мне кажется, вот наш эксперт по фитнесу Алла имеет свою точку зрения на этот счет. Какие еще сегодня существуют методики для того, чтобы действительно укрепить наши ножки и избавить человека от синдрома уставших ног? В настоящее время известно огромное количество упражнений, которые помогают нашим уставшим ножкам, помогают снять это неприятное состояние. Некоторые из них я сейчас вам покажу. И, кстати, мне бы хотелось... Подчеркнуть, что я так тоже вижу, вы Даша, смотрите. Вы изначально уже сидите неправильно. Это, вы изначально есть себе такой... утомляете ваши ножки. Нет, я прекрасно понимаю, что вот так сидеть нельзя, что перекрываются сосуды и вены, артерии, но иногда вот даже просто, чтобы расслабиться, забываю. Но как только я вспоминаю, сразу... исправляетесь, вы знаете, наверное, Дарья, да? Алла действительно очень своевременно вам подсказала, потому что так, как вы сидите, это вредно. И этому есть медицинское подтверждение. Давайте посмотрим. Располагая ноги в таком положении, когда одна нога находится на другой, вы рискуете заработать варикозное расширение вен. Происходит это от того, что под тяжестью верхней ноги страдают сосуды нижней, вены сдавливаются, пережимаются, нарушается отток венозной крови, а венозная стенка растягивается и истончается. Кроме того, нельзя сидеть в такой позе людям с заболеваниями сердца и повышенным давлением, так как в этом случае давление повышается еще больше. К тому же, вы сами знаете, если проводить слишком долго, скрестив ноги, то вскоре они начинают неметь. Все потому, что повышается давление на малоберцовый нерв, который расположен позади колена. Он отвечает за чувствительность нижней части ног и ступней. То есть, по сути дела, вот это... интересная привычка сидеть на самом деле является очень-очень опасной, потому что не только приводит к развитию синдрома уставших ног, так еще и является прямой дорогой к варикозной болезни вен. Я это прекрасно понимаю, поэтому я долго так никогда не сижу. Алла, вы обещали, что покажете тот самый комплекс упражнений для того, чтобы укрепить ноги и, скажем так, избавиться от синдрома уставших ног. Показывайте. Да. Значит, первое упражнение в исходном положении лежа. То
есть мы пришли домой, мы ложимся на коврик, мы устали, день был тяжелый, трудовой. Поднимаем наши ручки, ножки вверх и начинаем ими трясти. Такой вот жучок, либо трясунчик. Мы трясем, происходит отток лимфы и крови. Нашим ручкам и ножкам становится легче. Можем потрясти вот так вот. В течение 2 минут мы продолжаем делать это упражнение. И когда почувствовали, что стало нам полегче, переходим ко второму упражнению. Второе упражнение я попрошу Дарью вместе со мной. Дарья, присоединяйтесь. Вот, кстати, вы как раз снимете ваши удобные, наверное, длинные каблуки. Они очень удобные. Очень удобные. Итак, упражнение, которое второе нам показывает упражнение. Дарья. Велосипед. Можно делать как исходного положения лежа, так и сидя. Да. Носочки на себя и начинаем крутить педали, воображаемые педали. Ну, то есть, по сути дела, вот то, что показываете вы, это можно делать дома, а вот так может делать, например, любой офисный работник, правильно? Вот пришла Дарья в офис, уселась в удобное кресло, поработала, отдохнула, и сняла свои удобные туфли и как раз-таки вот сделала такой велосипед. А скажите продолжительность. Достаточно. Продолжительность тоже 2-3 минутки. То есть мы ни в коем случае не доводим себя до утомления, мы должны, наоборот, отдохнуть, расслабиться. Переходим дальше. Мы встаем с ковриком. Упражнение из исходного положения сидя на стульчике. Мы вытянули наши ножки, наши уставшие, уже слегка отдохнувшие ножки, потому что мы их потрясли, покрутили велосипедик. И начинаем сжимать наши пальчики. Подержали секундочку и выпрямили, расслабили. Еще раз сжали и выпрямили. Алла, скажите, пожалуйста, а вот какие группы мышц сейчас работают? Я так понимаю, икроножная? Икроножная и сгибатели-разгибатели пальчиков. То есть, по сути дела, это ведь нам и надо. Надо нам вытолкнуть застоявшуюся кровь снизу, правильно? Правильно. Совершенно верно. Ну, значит, руки – это второстепенно. Да, значит, закончим, Дашенька. Это упражнение мы продолжаем где-то 15 повторений в среднем. То есть не доводим до утомления. Также приемлемы всевозможные вращения в голеностопных суставах. Мы делаем примерно 6 движений вовнутрь и 6 движений наружу. Да. То есть, по сути дела, еще такая маленькая гимнастика для наших суставов, правильно? Правильно. После того, как наши ножки сделали упражнение, мы делаем такой вот маленькие-маленькие шажочки. Бежим, 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 бежим. Тем самым тоже улучшаем кровообращение в ножках. В стопах. И такой легкий массаж, да? Если у меня болят ноги, то это, конечно же, контрастный душ, который помогает и спасает. И там, в принципе, не нужно делать никаких упражнений. А вот эти упражнения, кстати, очень мне понравились, и они действительно... Кстати, Дашенька, приток крови. Своевременно вы мячики взяли, то есть тоже как вариант крупе, как альтернатива крупе. Это такие массажные мячики, либо массажеры для стоп еще. Существуют роликовые массажеры. Мы можем этим заниматься, ну, не обязательно даже, когда делаем упражнения, когда смотрим телевизор, либо когда проверяем уроки у наших деток. То есть садимся и перекачиваем. Мы стимулируем биологически активные точки, которые находятся у нас в стопах и которые играют немаловажную роль для наших ножек. Мячик вообще может любой человек купить, принести на работу, положить под стол. И тут даже не важно, если даже босс не разрешает, сидишь себе тихонечко и катаешь под столом этот мячик. И перекатываешь его своему соседу еще. Ну или да, кстати, и играете в такую еще параллельно мини-футбол, да? Вот эти упражнения, которые показала Алла, мне, конечно же, можно даже находясь в кабинете, просто даже вот такой вот шарик снять, обувь, позаниматься. Или даже вот это постукивание, да, мне вот очень понравилось. Действительно чувствуешь прилив крови. Нужно просто заставить себя полюбить, да, выделить для своих любимых ног 5-10 или, может быть, 15 минут, и тогда они действительно никогда не будут уставшие, не будут болеть, правильно, и не будут на нас обижаться. Необходимо всем заниматься спортом, посещать тренажерный зал, укреплять мышцы всего организма. Дарья, ну вот мне кажется, вы сегодня явились просто примером для всех наших женщин, да, то есть вы занимаетесь спортом, вы носите удобную обувь, и поэтому, в принципе, синдром уставших ног вас не догонит, чего желаю и всем нашим телезрительницам. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, потому что очень скоро мы узнаем, можем ли мы прожить без соли. Когда пересолишь еду, говорят, влюбился. Кстати, Юлия, а как часто вы пересаливаете пищу? Только когда влюбляюсь. Я вижу, вы приготовили салат. Вы его успели посолить?
Нет, я его приготовила, но не посолила. Что ж, и мне кажется, это первое задание для вас. Давайте вы посолите, а мы вместе с нашим незаменимым экспертом по питанию Василием Георгиевичем Цыганковым посмотрим, сколько вы используете соли. Ну, для салата я возьму мелкую соль. И всегда солите столовыми ложками. Любовь, конечно же, большая, страстная и яркая. Так. Это уже, я думаю, что это уже вторая была. Нет, этого достаточно. А когда-нибудь приходила к вам в голову такая мысль вообще полностью отказаться от соли? Сейчас это очень модно. Ну, вы знаете что? Обычно я добавляю соль, когда готовлю в бульоны, когда отвариваю картофель, макароны. Вот переправляю в салат. Но да, у меня последнее время я все чаще думаю о том, что может вообще отказаться от соли. Попробовать жить без соли. Юлия, и мы вам сегодня предлагаем сыграть в нашу викторину здоровья. Итак, Юлия, тяните и читайте. Соль повышает артериальное давление. Итак, ответ? Ответ – да. А как думаете, почему? Я думаю, что это потому, что соль задерживает жидкость в организме. И жидкости становится много, и сосуды наши не справляются, сердце тоже не справляется, и давление повышается. Да. То, что Юля сказала, она совершенно права. Артериальное давление, которое не связано с заболеваниями, почками, надпочечниками, гипофизом, после 40 лет, как правило, мы вдруг внезапно меряем давление и чувствуем, что такое 140 на 80, 150 на 90. И когда мы начинаем думать, а почему же так? Мы же, в общем-то, здоровые люди. 99% такого состояния зависит от излишнего употребления всем нам известного вещества под названием натрий хлор или соль поваренная. Морская. То есть, по сути дела, вот эта идея Юли отказаться от соли, скажем так, может, от чрезмерной влюбленности, да, чтобы меньше досаливали, она правильная? Не от соли отказаться, от избыточного потребления соли. Тяните и отвечайте. Соль поваренная не имеет питательной ценности, не содержит витаминов, органических и любых питательных веществ. Итак? Да, я думаю, что... Что-то полезное она все-таки содержит. Кроме соли, да? Василий Георгиевич, что содержит полезного соль? Сама по себе соль является необходимым биологическим веществом, обладает биологической ценностью для нас. Без натрия, без хлора не может совершаться ни один нервный импульс не пройдет по нашим нервам, и мы не успеем даже задуматься, если не хватит соли у нас. Поэтому соль сама по себе ценный продукт. Но сколько, в каком количестве и для кого? Я вам предлагаю посмотреть, почему соль все-таки так важна для нашего организма. Как мы знаем, поваренная соль – это хлорид натрия. Натрий и хлор – важные питательные вещества, которые помогают поддерживать водный баланс в нашем организме. Первый участвует в поддержании водного и кислотно-щелочного баланса, в передаче нервных импульсов, помогает мышцам сокращаться. При недостатке натрия у человека появляются сонливость, плохая координация, мышечная слабость. Его напарник хлор тоже не сидит без дела. Среди множества функций можно выделить его необходимость для производства желудочного сока. Причем соль – практически единственный источник хлора для человека. Тут представлено только три вида соли, а есть еще красная и черная. Я могу сказать только одно, что когда мы говорим, я буду использовать только черную соль, и все думают, что значит там огромное количество каких-то микроэлементов, это, там находится их 0,00%, как и в морской соли. Поэтому если вы будете вместо обычной соли употреблять большое количество черной, красной, синей туда, соли, эффект будет один и тот же, повышение артериального давления в будущем. Хотя, конечно, я сам употребляю, вот сейчас у меня на столе дома стоит розовая соль. Гималайская. Гималайская. Юлия, я так понимаю, у вас тоже гималайская соль? У меня тоже гималайская соль. Какое это чудное совпадение. Чудо. И что ж, так если... Так у меня и платье такое же цвет. Ну, наверное. Я же говорю, это соль для девочек. Такая для девочек. И для мальчиков. Итак, если вы находитесь на одной волне с Василием Георгиевичем, тогда, Юлия, маленькое задание для вас. Расставьте, пожалуйста, в порядке полезности вот эти три разные соли. Я так понимаю, здесь соль поваренная, соль иодированная и соль какая еще? Морская. Морская. В порядке полезности. Первое место у морской соли. Вот.
Второе место будет у поваренной соли. Ой, у йодированной. У йодированной соли, там, где йод. Там, где йод, да, конечно же. И третье место? Третье место достается поваренной соли. Василий Георгиевич, есть что дополнить, исправить? Ну, в дневник сам ей десятку. Ну, конечно, потому что у вас гималайская соль на столах. Я понимаю. Родителям пишем, прекратить есть много соли в дневнике. Хорошо, буду стараться. Ну что ж, мы сейчас будем стараться отвечать на еще один интересный вопрос или утверждение. Если есть в достаточном количестве овощи, натуральные продукты, содержащие соль, то можно отказаться от поваренной соли. Я считаю, что вполне возможно. Ведь очень много соли содержится в тех же помидорах, моркови, в крупах, морской рыбе, морской капусте. Именно поэтому вы, кстати, Юлия, не посолили салат с помидорами, да? Она пыталась, но я когда она посмотрела на меня, когда вторую ложку взяла, она сразу... И все, да, решила нет. Овощи, фрукты, употребляем и мясо в том числе, все содержат натрий хлор. И мы, когда начинаем еще солим наше блюдо, мы примерно раза в 2-3 за сутки перекрываем, ну, ту якобы норму. Итак, Юлия, на ваш взгляд, какая есть суточная норма соли? Я думаю, что это... чайная ложка. Юля правильно сказала. Но нету нормы употребления соли. Чем меньше мы ее употребляем, добавляя в пищу, тем для нас лучше. Это рекомендация ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, о том, что хотя бы мы не превышали. Mm-hmm. Вот это, но сюда обязательно входит все, что и находится в пищевых продуктах. А вот это вот не превышали. В чайной ложечке это сколько? Чайная ложка без горки примерно около 5 граммов. Значит, вы можете посолить примерно максимум 1 грамм. И все? Все. Вот вы теперь внимательно послушали, скажем так, рекомендации, советы Василия Георгиевича. И теперь вот вы будете отказываться от соли? Нет, конечно же, я не буду отказываться от соли. Я просто ограничу ее количество. И буду пробовать чувствовать вкус натуральных продуктов. То есть, по сути дела, сегодня нашим зрителям мы можем сказать так. Все равно все мы вышли из соленой воды. В нас течет соленая кровь. И от соли мы полностью избавиться не сможем. Единственное, что мы можем сделать, это контролировать суточное потребление соли. И мы вам это рекомендуем. Что мы узнали в нашей сегодняшней программе? Первое. Если сердце стучит, это не значит, что оно здорово. Если вы заметили у себя первые звоночки, например, отдышка, отеки, немедленно обращайтесь к специалистам. Второе. Тяжесть в ногах вечером. Конечно же, вы можете исправить это, сменив обувь, и ногам это понравится. Но ноги еще очень сильно любят физические упражнения и нормальный вес тела. Третье. Соль, хлеб и вода – молодецкая еда. Помните о количестве потребляемой соли. Оно очень простое – не более 3 граммов в день или 1 чайная ложечка без горочки. И тогда, может быть, гипертоников станет меньше. Будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя и ваших близких. Увидимся ровно через неделю. С вами была программа «Здоровье».